Владивосток, 11 октября 2024 года, Нагорный парк. Здесь сейчас происходит мероприятие, называется оно «Горожане читают». Открыть глаза, и все пойдет, как по маслу. То есть я хочу сказать именно так, как и происходит в природе. Лететь, кстати сказать, можно не только при полной луне, но и в полдень, когда солнце в зените. Махать руками, как крыльями. А здесь размещены фотографии проекта «Порт приписки Владивосток». Но если захочется опуститься, вот тогда как раз и надо подумать, что это чудо. Но подумать вежливо, в осмотрительных выражениях. Например, а не странно ли в самом деле, что я летаю, как птица, вместо того, чтобы ходить по земле? Вот мы куда-то на вышку, где спал этот мальчик, он должен был спуститься вниз по длиннейшей винтовой лестнице маяка, а потом, двумя бидонами, почти 2 мили бежать по ложному книжному мору. Куда проще было бы в 5 минут слетать к керосинщику и обратно. Но, подобно тому, как жители приморских городов не любят купаться, в Летландии принято было летать только по важным делам или, в редких случаях, в гости. Хвост был уже длинный, когда запыхавшись, Леня добрался до керосинщика и уселся на каменную плиту. И надо сказать, что это был не совсем обыкновенный хвост. Почти никому не нужен был керосин, и многие пришли только потому, что на этом месте и в этот час каждое утро покупали керосин и отцы и деды. В Летландии были сильные традиции, а традиции, как известно, в некоторых странах переходят из поколения в поколение. Керосина, слава богу, хватило и для Лёни, и он поплёлся дальше, не думая о том, как хороша была Летландия в этот не жаркий октябрьский день. Красно-рыжие черепичные крыши были похожи на остроугольные ступени, не спеша поднимавшиеся в гору. И они были ступенями для господина главного ветра. Его сквозной, открытый со всех сторон дворец, стоял на высокой, желто-зелено-красной горе, и крепость, по стенам которой можно было бродить целый день, казалась оттуда цветной мозаичной трапецией. И вот Леня нес бидоны с керосина и вдруг почувствовал, что одной его руке стало легче, и увидел Петьку, который подхватил бидон, что другой его руке стало легче, и увидел Таню, которая подхватила бидон с керосином. И они пошли на маяк. С ними еще прилетел старый трубочный мастер. А Петька захватил с собой того самого котенка. Решено было улетать, возвращаться в Немухин. Но Леня был честным мальчиком, и он сказал, прежде чем мы вылетим, надо сделать 2 вещи. Первое – подлить керосин, чтобы не погасла маячная лампа. И второе – нужно разбудить смотрителя, а потом уже лететь. Видовая Нагорного парка.
что-то в микрофон кто-то говорит. Там, наверное, что-то танцевальное такое происходит. Что-то здесь новое такое появилось в Нагорном парке. Ух. Танцевальное мероприятие здесь сейчас проходит. Разбавил женскую тусовку, согласитесь? Ух ты, новая площадка здесь крутая появилась. Столики. Ух ты. Вот это да. Сейчас узнаем, кто. Судейское решение, все вместе. Это раз. Angry Bird. Angry Bird проходит дальше. Спасибо. Спасибо дамам. На площадке с той стороны мастер-класс от московского художника Евгения Чес в рамках проекта «Авангардисты Владивостока». Если вы проголодались, здесь у нас Night Market, еда недалеко, и, конечно же, Чефань, главный спонсор проекта. А мы переходим к полуфиналам. В полуфинале у нас будет все-таки по одному выходу, поэтому выдаемся по полной. И первый полуфинал это Вейдар против Лера. Встречаем Вейдар, Лера. DJ Elvine, let's go. I'm trying to change the whole game.
Танцоры готовы, все готовы. Погнали! Шума-шума танцорам, еще. И второй финалист. All Stars Battle. Да, хорошее место новое появилось. Здесь фудкорты. Ой, тепло здесь. Огонек здесь есть, погреться. Вася! Всякая еда. Давайте дадим аплодисмент Angry Birds. Это было хорошо.